Но если говорить о нашей хоккейной сборной и участии в чемпионате мира, то она на 90% реабилитировала себя все-таки, потому что был хороший хоккей. И 10 побед, они о чем-то говорят. Понимаете? Там был сбой. Вот пришел мужик, тренер, небритый. Может быть, после, так сказать, немножко выпил. Такое ощущение, что он пьющий человек. Не знаю. Но это такой мужик, такой крепкий, с характером, знающий дело и вызывающий доверие. И он обаятельный очень в своей некрасивости. Вот. И как он собрал ребят, да? Отказался. 14 человек новых. 14. Это обновление наполовину команды. А вот ставка на КХЛ, там, на звезд, да, она не оправдалась. Верно? Ну, молодые, молодые ребятки, молодцы. И моего друга Тихонова, внук, я очень люблю Тихонова. Вот мы с ним дружим, с Бесковым я дружу. Вот. И очень приятно, что у него внук такой талантливый. Так что это вселяет надежду.